попробуем себя в роли маньяка снайпера. И мы получаем задание. Что-то здесь много всякой писанины. И вот, нажав на кнопочку «Пробел», мы начинаем маньячить. Стреляем в проходящих челтабреков. И сидящих в автомобилях. Бегущих в испуге. Всех, а даже не знаю, чего здесь делать дальше. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, напишите мне, пожалуйста. Я не знаю просто, чего тут делать. Вот у меня осталось 22 патрона. А выполнение миссии не происходит.